Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» отремонтирует в этом году свыше 1100 километров железной дороги. Заменить предстоит больше 100 тысяч деревянных шпал, свыше 630 комплектов стрелочных переводов. Износ на отдельных участках пути влияет на скорость движения и расписание пассажирских и грузовых поездов. В отдельных регионах плановые ремонтные работы уже начались. Железнодорожники приступили к замене опор на границах Акмолинского отделения. Работы идут на участке Аршалы-Бабатай. Целый комплекс работ запланировали провести и в Карагандинской области на магистрали Муинты-Караганда-Астана. Специалистам предстоит очистить балласт, сменить железобетонные шпалы и восстановить рельсовые плети. Ремонтные работы продолжаются в Атырауском, Актюбинском, Кызылординском, Костанайском, Павлодарском, Алматинском регионах, а также в области Абай. На железнодорожных участках в Жамбылской области все работы завершены. В планах заменить 108 тысяч деревянных шпал и свыше 630 комплектов стрелочных переводов. Компания КТЖ с каждым годом увеличивает объемы работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры. Это делают для обеспечения безопасности. Компании предупреждают, ремонтные работы могут стать причиной задержки поездов, которые следуют по направлениям Астана-Алматы, Алматы-Петропавловск, Шымкент-Астана, Жезказган-Алматы и Алматы-Уральск. Для удобства пассажиров и встречающих работает справочная. По бесплатному номеру 1433 и через телеграм-бот КТЖ-ПП-бот можно заранее узнать, будут ли изменения в схеме движения. Сания Кубжасарова, Хабар, 24.